Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы будем играть мою любимую игру, которую я очень люблю играть. И в следующем видео мы будем рисовать одного героя из этой игры. А как эта игра называется? Mop.io? Да, I.O. Mop пишется M-O-P-E. .io, правильно? Да, правильно. Okay. Ну расскажи, что тут нужно делать и кто здесь тут есть? Нужно, ой, тут нужно есть много еды. Вот я сейчас пока могу есть только такие маленькие. Кружочки? Да, смотрите, что я нашел, драгоценный камешек. Его тоже можно есть? Да, но он современный. Но этот может... Что-то ты его не ешь. Он может меня съесть. Вот, теперь я смогу быть пингвином. Ух ты! Ты превратился в пингвина? Да, тут ведь я говорю, тут первое... В чем заключается эта игра? Что нужно... Там я видел, есть каяка-атаки. Краба уже делал. То есть я вижу, что нужно поедать какую-то еду? Да. Разную еду. И чем больше ты ешь, тем... Тем больше ты становишься. И выше твой уровень, и ты становишься другим животным каким-то? Да. Сейчас ты пингвин. До этого ты был какой-то птичкой, да, по-моему? Сейчас я могу сейчас брундучка съесть. Ага. То есть можно не только есть разную растительную пищу, но можно еще и поедать разных... Быть хищником, так же? Не хочет он. О, вот. Также поедать можно стать хищником, да? А теперь ты можешь стать кем-то другим? Да, теперь я могу стать свинкой. Ага. Да, и кстати, иногда, если ты уже на прошлом уже съел очень много, то тебе удается уже, за тебя очень много уже делается. Ого, какая-то... А зачем вот эти вот круги нужны? Они чтобы есть, это разные... Нет, я имею в виду такие вот темные. Это снег. Нет, а вот эти темные. Светлые. Ну, вот это. Разве это снег? Нет, это туда можно... Покажи, как туда можно прятаться. Если кто-то тебя хочет съесть, то можно так. Туда так, прятаться, да? Да. Ой, моя сейчас... Я, кстати, сейчас могу себе много еды сделать. То есть это как норка, да? Да, сейчас это я себе... Это ты сам делаешь еду? Да. Вот так, теперь я ее смогу съесть. Вот это, то есть ты становишься все больше и больше. То есть ты уже и в оленя превратился, да? И ты перешел как бы еще на следующий. Да. Правильно. Ну и теперь расскажи же, какого героя ты будешь рисовать в своем следующем видео? Кракена. Его зовут Кракен? А когда им можно стать? Им можно стать через... Сейчас я играл... Через час игры? Да. Ой, я теперь могу есть эти... Водоросли, а вот так. Ты когда-нибудь становился кракеном или нет? Ну, становился. Я даже когда-то черным драгоном становился. Да. И кракеном, конечно. Кракеном? Да. Примерно... А что ты имеешь в виду? Сколько нужно уровней пройти, чтобы стать кракеном? Я не считала. Это ну, примерно. 15, 20 или... Примерно, точно не 100, примерно 15. И, а почему тебе именно нравится, понравился так этот герой, что ты его вздумал рисовать в следующем своем видео? Потому что мне он, так как-то мне нравится очень, как он выглядит. А, вот оно что, понятно. Вот такая вот игра mop.io. Да. Спасибо, что смотрели мое видео и подписывайтесь на мой канал. И смотрите мое следующее видео, где ты будешь что делать? Где я буду рисовать кракена. И покажу и научу вас, как пользоваться. Как пользоваться? Какой компьютерной программой? Ты же будешь это не нормально рисовать. Да, краска по-английски она называется как? Paint. Да,